еще 10 тысяч лет.
меня дурные вести. Осколок помог мне раскрыть замысел Малтаэля. Но все оказалось намного хуже, чем я предполагал. Он собирается собрать в камень души все демонические сущности, даже те, что являются частью человеческих душ. Если он изменит свойства камня, и тот похитит демоническую сущность всех людей Санктуария, они погибнут. Мы еще можем остановить его. Пора начать атаку на крепость. Алтаэль изменяет самую суть черного камня души. Теперь камень похищает любую демоническую сущность, какому бы миру та ни принадлежала. Но демоническое естество есть в душе любого смертного, за исключением меня. И потеря этой темной стороны разрывает душу и тело человека на части. Мы долгие годы сражались в Пандемонии. Никогда не думал, что вернусь сюда. Эта земля пропитана кровью демонов. И многие ангелы погибли, защищая ее. Зачем проливать кровь ради этой голой, бесплодной земли? Мы вели бой за камень мироздания. Крепость Пандемония была построена по моему приказу, именно для его защиты. Малтаэль был одним из архангелов. Неужели вы даже не пробовали искать его после того, как он покинул небеса? Малтаэль был скрытным. К тому же все привыкли, что он часто уходит без предупреждения. Но в какой-то момент совет забеспокоился. Мы послали на поиски его ближайших последователей. Большинство из них не вернулось. Урзаэль и Девы Смерти. Их разум поразило безумие Малтаэля, и они последовали за ним во тьму. Похоже на то. Ты построил крепость Пандемония? Не я один, конечно же. Но идея была моя. Ангелы возвели ее вокруг камня мироздания много веков назад. Ты знаешь другой способ проникнуть туда, кроме как через парадную дверь? Боюсь, что нет. Крепость постоянно меняется под влиянием сил небес и преисподней. Я поговорил с Зейлом, некромантом. Он сказал, что мои видения никак не связаны с некромантией. Это что-то другое. Кажется, его это обеспокоило. Когда все закончится, Тирелю нужно будет найти замену павшим в гробнице Ракиса. Он воспитает новых послушников и восполнит ряды Ордена Новых Харадримов. После всего, что я пережил вместе с тобой, я смогу помочь ему с этим. Говорит, что крылатые убийцы были некогда мудрейшими из живущих. В обмен на обет молчания Малтаэль позволил им отдыхать у озер мудрости на небесах. За тысячи лет они узнали все о прошлом и настоящем, частично узрев и будущее. Но была ли им ведома их нынешняя, полная тьмы судьба? Этого я не знаю. Надо разрушить этих людей! Thank you.
слабею от ран! И еще раз! Ворота наконец-то уничтожены. Крепость Пандемония. Когда мы сражались, мой меч проходил сквозь Малтаэля, будто тот был соткан из воздуха. Он находится в таком состоянии жизни и смерти, когда ему невозможно причинить вред. Одной твоей магии недостаточно для нашей задачи. Тебе необходимо задействовать силу самой смерти, чтобы сравняться с Малтаэлем и убить его. А души, которые заперты в тюрьме на нижних уровнях, не могут помочь? Сила мертвецов. Если ты пустишь ее в себя, ты станешь одной природы с Малтаэлем и сможешь сразиться с ним. Но тебе нужно спешить. Каждый миг гибнут тысячи людей, и сила Малтаэля возрастает с невиданной скоростью. Впервые эта крепость кажется мне такой странной и незнакомой. А ведь я бывал в ней бесчетное число раз. И как защитник, и как освободитель. Она меняется в соответствии с характером своего повелителя. Но никогда еще я не видел ее такой под властью ангела. Все дело в Малтаэле. Это место искажено так же, как и его разум. Я и не надеялась увидеть тебя снова. Я узнаю голос. Неужели это моя наставница? Или это какая-то ловушка? Неужели это ты? Я так по тебе скучал, наставница. И чтобы победить Малтаэля, мне понадобится твоя помощь. Сейчас я не могу причинить ему никакого вреда. Ты многому научился, пока меня не было. В том числе и скромности, как ни удивительно. Я часто скучаю по тем дням, когда мы изучали искусство магии. Я тоже вспоминаю о них с теплом. Мне больше нечему тебя учить. Но несмотря на это, ты всегда будешь мне другом. И тебе не нужно просить меня о помощи. Я сделаю все, что смогу. Мы с другими пленными духами обладаем огромной силой. Но ее не хватает, чтобы освободиться. Выпусти нас на волю. И мы поможем тебе. Малтаэль забирает наши силы, но мы можем перенаправить ее на тебя. Мы можем ввести тебя в состояние, подобное тому, в котором пребывает он. И тогда твоя магия сможет до него добраться. Здесь обретается множество могущественных духов, но Малтаэль держит их под контролем. Он постоянно тянет из нас энергию, но ему все мало, а это больно. Мы постоянно с ним боремся,
И когда тебе понадобится помощь, мы придем. Изендра, только ты всегда по-настоящему в меня верила. Это неправда. Ты сам всегда в себя верил. И если мне не изменяет память, немного больше положенного. Я скучаю по тебе. Ты одна была мне по-настоящему близка. А помнишь, как ты презирал меня, когда мы впервые встретились? Да, жизнь странная штука, как и смерть. Серьезно ранили! Им нужно было бежать, пока был шанс! Эти чудовища были самыми гнусными и отвратительными преступниками во всем Вестмарше, томящимися в самых дальних и темных застенках городских тюрем. Каждый из них был отъявленным мерзавцем, безжалостным убийцей, погубившим бесчетное число мужчин, женщин и детей. По смерти Монтаэль облег их в новую форму, которая выражала всю гибельную природу их бессердечных душ. Так эти преступники превратились в идеальное орудие убийства и стали по праву называться палачами. До того, как Молтаэль стал служить злу, некоторые из его мудрецов достигали высочайшей степени просветления и получали титул экзарха. В отсутствие Молтаэля эти достопочтенные стражи хранили чашу мудрости. Они же последними покинули небеса после исчезновения своего повелителя. Я слабею от ран! Самыми близкими советниками Молтаэля, и его падение затронуло их до глубины души. Они лишились сияющих крыльев и былой рассудительности и превратились в злобных, жестоких существ, чьим неистребимым желанием является уничтожать все живое. Я не готов. Но это ничего мне не дало. Я знаю, что в этой войне
Не будет победителя. Только вечный круговорот мщения, гордыни и ненависти. Тироэль не понимает этого. Запал битвы затмил его взор. Возможно, когда-нибудь пелена спадет с его глаз. Но этот день еще не настал. Если мы не убьем Малтаэля... Должен быть кто-то еще, кто хочет покончить с бесконечным противостоянием. Ангелы и демоны, уставшие от ков наших. Не может быть, чтобы моего стремления никто не разделял. Я знаю, что делать. Нужно найти тех, кто разочаровался в войне.
Когда начнется суд! Себя лучше. Он находит отраду в бесконечной битве и довольствуется этим. Он раз за разом сражается с одними и теми же врагами, обращая все вокруг в пепел. И несмотря на то, что порой ему удается одержать победу, спустя день, год или даже сотни лет противник вновь оказывается сильнее. Пока мой отец и его братья будут продолжать командовать, эта война никогда не будет выиграна. Ее можно было бы закончить. Но такие слепцы, как мой отец, не видят этой возможности. Не
Несмотря ни на что, я так и не смог избавиться от веры в Закару. Только теперь в моем сердце звучат слова самого Краса, а не тех, кто испротив вашу веру. Тогда следуй его учению, а все остальное просто. Атаки. Я упал на землю и очнулся уже в себя. Не слышал, чтобы демоны брали пленников. Как дурак, я бормотал о своих мечтах, о том, как хочу сбежать с этой войны. Моя захватчица выпустила меня и сказала, что мы встретимся вновь. Это была Лилит, дочь Мефисто. Чувствую. Я стал лучше воспринимать окружающий мир. Мне открылась сама суть мироздания. Именно это ощущают мертвые. Ты не умер. Просто перешел в то же состояние, что и Малтаэль. Выходит, теперь я могу причинить ему вред, несовместимый с жизнью. Узнаю прежнего тебя. Да. Ты готов. И теперь у тебя есть все для того, чтобы уничтожить Малтаэля. Но не забывай и о том, чему ты научился за все это время. Ты нужен нам. Ты нужен этому миру. Как ты погибла? Я нашел труп, но так и не узнал, что именно там произошло. Меня убил один из Визджактаар, когда я пыталась спасти город Лут-Багадур. Наемный убийца магов? Но кто мог желать твоей смерти? Я не знаю, но это и не важно. Я мертва, и этого уже не исправить. Сейчас самое главное — освободиться от власти Малтаэля. Что происходит, когда умираешь? Что ты чувствуешь? Сначала у меня было ощущение, что я расширяюсь. Я словно стала целым миром. Я была натянутой тетивой, которую затем спустили. И я резко вернулась в облик, полностью соответствующий моему физическому телу. Здесь
Я чувствую себя как в ловушке. Когда Молтаэль падет, я смогу оставить этот облик. И тогда я познаю истинную смерть. Тебе не страшно? Нет. Мне кажется, смерть должна принести мир и удовлетворение. Сказать по правде, я очень этого жду. Ну ладно, убью я Молтаэля. А что будет потом? Все перестанут умирать? Нет, потому что он всего лишь аспект смерти. Он странным образом настроен на человеческие души и подпитывается смертью, чтобы обрести силу. Но смерть существовала и до перемен, которые произошли с Молтаэлем, а значит, будет существовать и после его гибели. Понятно. Похоже, придется обретать бессмертие другими способами. Например, сделать так, чтобы легенды о моих деяниях передавались из поколения в поколение. Мне не особо поможет, но хоть что-то. Захватила в битве пленника, ангела, в котором угасал свет. Я забрала его к себе в логово и намеревалась использовать как игрушку. Однако он поразил меня. Мое прикосновение словно вернуло его к жизни. Он как сумасшедший бредил бегством с войны. Кажется, именно он мне и нужен. Сразиться. Что будем делать, когда убьем Молтаэля? К сожалению, борьба со злом никогда не закончится. И в этой борьбе я умру. Отправился в санктуарий, колыбель человечества. Но зов шел не оттуда. Я обыскал всю Вселенную, идя на зов, не упуская его. А потом... понял. Он шел из Пандемония, где некогда покоился камень мироздания. Ты
и пламени. Пока я был пешкой в бесконечной войне, то ни за что бы не подумал, что когда-нибудь смогу так относиться к демону. Меня прочно удерживала паутина предрассудков. Теперь же мы придумали план. Нам осталось только убедить других принять нашу сторону и бежать. Ангел, которого я захватила, влюблен в меня. Я чувствую, как сильно он желает меня. Я пообещала ему, что мы будем вместе, если он завладеет камнем мироздания. Мы создадим нечто невообразимое для тех, кто увяз в вечном противостоянии. Это будет новый мир. Напасть на меня! Я не готов. Yeah.
Ты сражаешься почти как Тираэль. Ступай за камнем, а мы сделаем все, чтобы удержать оборону. Последователи немногочисленны, они полны решимости. Если в наших руках окажется сила камня мироздания, то у нас все получится. Мы преодолеем утоп порывистых ветров и выкрадем камень из крепости, а затем исчезнем до того, как его успеют хватиться. Мне больше не унести. Возвращаться. Не этот молот, парень. Большой. Точно. Прости. А ты, друг, молчи. Ни слова. Брайсон, если Хедрик на тебя орёт, ты все делаешь правильно. Это просто он так выражает эмоции. Не отвлекай моего подмастерья, когда он работает. Тем более, когда я здесь. Да где молот-то, парень? Как я рад тебя видеть, Кайла. Жнецов уже убили? Вестмарша, да. А об остальных позаботится наш друг. Пророк знал. Зло нельзя победить окончательно. Пройдет время, и оно возродится, став еще сильнее. Хм. Даже он знал, о чем говорит. Да. Именно поэтому я должна продолжать его миссию. Я никогда не попрошу о жертве, подобной той, что принесли мои сестры. Я и те, кто последует за мной, мы больше не погрузимся в сон. Мы будем передавать свою миссию из поколения в поколение, всегда готовые и всегда на страже. Похоже, у нас появился новый пророк.
Кто знает, что нас ждет в будущем? Ты говорил, что мне стоит побеседовать с Ириной, но я не могу себя заставить. Ну, я уверен, что Линдон подобной скромностью не страдает. Что? Этот хам. Да, на его грязные намерения насквозь видит. Ничего у него не получится. Правда? Как знать. Некоторым женщинам такие нравятся. Но я уверен, что она предпочитает достойных людей, вроде тебя. Поговори же с ней. Вот, прочти. Хедрик нашел это в рукояти кинжала. Линден, это я его убила. Если хочешь, можешь мстить. Я жду. Рея. Рея? Жена моего брата? И любовь всей твоей жизни. Скажи, зачем ей это понадобилось? Я не хочу говорить о ней. Не сейчас. Сначала надо разобраться с этой проблемой. И зная тебя, мы с ней разберемся. Эти видения затмевают все. Спасения от них нет. Я уеду из Вестмарша, чтобы побыть одному. Подальше от этой бесконечной смерти. Кто-то назвал бы это проклятием. Иногда мне тоже так кажется. Но, может, это и не так. Со временем я смогу понять. Наконец-то я вас нашел, лейтенант Деррик. Пойдете со мной или снова попытаетесь сбежать? Пойду. Я не трус. А по-моему, наоборот. Оставьте его в покое. Он хороший человек. Он меня спас. Но дал погибнуть другим солдатам. Он дезертир и преступник. К утру его казнят. Все в порядке. Может, спасение твоей жизни покроет все те грехи, которые я совершил. Ты хороший. Помни об этом. Я так и не выяснила, почему Ракис решил основать королевство именно здесь. Но ведь наверняка у него были на это причины. Не подумай, что я жалуюсь. Но мне кажется, что твой вороватый друг надеется завоевать мое расположение. Ты о Линдоне? Можешь смело его игнорировать. Пожалуйста, передай другому твоему спутнику, тому в броне, что он мне нравится гораздо больше. Я слышала, ты направляешься в далекие земли. Расскажешь мне о том, что увидишь там, хорошо? В настоящее время в Вестмарше правит Юстиниан IV. Новый король, которого вначале посчитали зеленым юнцом, в последующие годы сумел проявить свой характер. Ходит множество слухов о появлении демонов, совпавшим с его коронацией. Но я считаю их плодом больного воображения, взбудораженного закарумскими легендами. Увидишь моих детей, скажи им, пусть прекращают играть и идут домой. Ужин почти готов. Вряд ли я их найду, они очень хорошо спрятались. Я могу принести пользу Вестмаршу, поддерживая порядок и помогая людям оправиться от пережитого. Каждый должен служить своему делу, но если тебе понадобится помощь в Пандемонии, я с радостью присоединюсь к тебе. Yeah!
отвлечение! Я слабею от раны! Я не готов. Помоги мне! Пока не получится. Неужели я действительно полюбил демона? Когда я передал Лилит камень мироздания, то понял, что не ошибся в ней. Мы вместе создали новый мир. Мир, в котором мы заживем в согласии, вдали от войны. Я назвал его Санктуарием. Меня ранили!
Но демоны оскверняют все, к чему имеют отношение. Люди рождены в скверне, и не им выбирать между добром и злом. Ни у ангелов, ни у демонов нет подобного выбора. Это правильно. Демоны — легкая добыча, а вот людей необходимо истребить, пока они не накопили силу. Камень души подойдет для этого лучше всего. Противостояние подошло к концу. Спасение. Скоро все сущее очистится от крови демонов. Ты будешь последним из своего народа. Еще несколько мгновений. Смерть идет за тобой, Нефалем. Thank you.
подходит каждому. Я слабею от рана! Новую силу. Черный камень души. Малтаэль разрушил его и поглотил душу Диабло. Значит, убив Малтаэля, мы выпустили Диабло. Он на свободе. Где черный камень души? Малтаэль разрушил, значит, убив. Нефалему удалось невозможное. Остановив саму смерть, он искупил грехи ангелов и спас человечество. И в тот счастливый миг победы я увидел Нефалема в новом свете. Он могущественный чародей. Защитник невинных, способный одолеть лучших воинов небес и преисподней. Но в его груди бьется смертное сердце, в котором однажды может поселиться зло. Хватит ли у него сил выстоять, когда этот день придет? Или он принесет нам гибель.